вот после последнего критики Татьяны работала станция, хотелось быть лучше. Нет, на прошлом эфире тебе сказали, что ты слабоват. Вообще не хотелось работать. Ты старался хоть немного? Нет, конечно старался, просто понимаешь, когда ты стараешься, тебя вот критикуют. Ну, я согласен, да, я понимаю, почему она так отреагировала, то есть, на этот. Ей хотелось свой танец увидеть классно, он получался классно, да, мы, то есть, репетировали, все было здорово, на репетиции, вот хорошо, вот Саша, блин, да, то... Потом вот на генеральной, ладно, там также станцевали, да, и, блин, станцевать раза в три хуже, то есть там одна поддержка не вышла, там где-то по технике не догнали, я ее прекрасно понимаю, то есть в ней вот это вот сидит, ну как так, ну в прямом эфире, ну мой номер, ну, и вот это вот все на меня вылилось. А что за вот эта новая ситуация была на репетиции у Татьяны, что ты там учудил? Да нет, просто она там начинает, короче, матом по-французски ругаться, то есть там какой-нибудь там... Препарацион, парле франце какой-нибудь туда, короче. Я говорю, блин, говорю, слушайте, что это такое, да? То есть там ногу поднять, нате, там, да, мах, еще что-то, носочек, пожалуйста, да. Ну вот это там аттитюд, там еще какую-то фигню. Арабес, короче, я потихонечку, конечно, все это выучил, но, блин, просто покажи, сделай, да. Я, конечно, понимаю, что прикольно так сесть, да. А, пожалуйста, мне там, значит, этот пассе через аттитюд в арабеск. Ты стоишь, у тебя так мозг так пульсирует, все делают вид, что поняли. Один я такой, Татьяна, я ни хрена не понял. Делаете вы все вид, блин. Особенно... Спасибо большое, Саша.